дрожжи в южном транспорте. Едем, плывем, плывем. Короче, ливанул дождь такой сильный, что вот не справился в торговом центре, видать, Левнисток, и рванула трубу прямо в торговый зал на первом этаже. И, короче, вот фонтаны, везде все плывет. Воды по колено. Вот, пожалуйста. Кого-то даже на буксир подталкивают. Бутылки, автомобильные запчасти, мусор, что только не плавает в воде. Приходится вручную причищать лопатой, чтобы вода стекала в канализацию, потому что она начала подтаиваться здесь.